там опять батя. Он очень вкусный, мне очень нравится. Ваш шоколад, конечно, ни с чем не сравнимый. Самый божественный вкус. Очень вкусный, реально попробуйте. Добрый день. Добрый день. Я бы очень хотел попросить вас о нашем шоколаде пару слов сказать. Ну, как вы сейчас тоже приобрели, вы не первый раз берете? Да, мы постоянно берем, как знакомимся, очень нам нравится. Берем сразу по 5 пачек. Да, как мелкие. Очень здорово. Ну, дропсы как раз берем. Молочные дропсы. Да, да, да. Ну, прям на месте хватает 5 пачек. Ну, естественно. И... Да, и каждый раз выполняем запасы. Дети любят. И уже после этого всякую гадость не хотят, да? Просто смысла нет. Постоянно просят, конечно. Не, я имею в виду всякие химические. Нет, ничего нет. Не... Просто... То есть они как бы удовлетворяют свою просто вот эту такую потребность и привычку. Да. Но зато... Кстати, а вот вопрос. А последствия проблем, высыпаний? Нет, нет. Ну, конечно. Вот сейчас просто мужчина тоже мы попросили. Он... Очень интересно, что двухлетняя дочка, 2 года, где вообще уже врачи говорят, ни в коем случае, какой шоколад, да, никаких проблем нет. Так что, а у вас какой возраст у детей? 5 лет и годик. Ну, годик, понятно? Ну, годик это... Да, 5 лет, 180 лет. Ну и отлично. Ну, на здоровье. Мы все семья, все очень любят. Спасибо большое. А, кстати, пробовали наш новый шоколад, банан в шоколаде? Попробовали. И как вам? Ну, вот у нас чернослив, банан, и мы будем другие делать тоже такие изумительные вещи. Да. Ну, спасибо, благодарю вас, друг. Очень рад. Да. Благодарю вас за отзыв. Всего хорошего. Пару слов вот о вашем опыте потребления нашего шоколада и детей ваших, да, пожалуйста. Ровно месяц назад я был на вегетарианском, на Вегмарте, также здесь на территории Зилы, и взял шоколад второго молочный. На самом деле шоколад очень вкусный, бесподобный. Да, вот он здесь представлен. У меня 2 маленьких детей, одному 8, дочке 2 года. Давая старшему ребенку, соответственно, младшая тоже очень сильно захотела попробовать. Я ей дал сначала с опаской 1 дрожжи, 2, 3, 4, потом горсть. В итоге у дочки нет ни высыпаний, ничего. Ну, то есть я ей даю шоколад теперь уже с 2 лет. Хотя медики говорят, надо давать с 3 лет. Это вот и то, чуть-чуть пробовать, будет ли реакция какая-нибудь. На самом деле никакой реакции нет из-за того, что шоколад живой. Я сам сыроед уже 3 года. Вот, пытаюсь как бы детей приучить к здоровой пище, соответственно, это лучше, чем давать какие-нибудь конфеты от бабушек, леденцы. Ну, короче, покупайте шоколад, очень вкусно, реально попробуйте. Благодарю, это очень ценный отзыв, особенно потому, что люди действительно вот считают, что шоколад, ну, само какао-бабы, а тут 2 года, ладно, взрослый человек, или там 8 лет ребенку, а 2 года, это вот, конечно, очень ценно будет для тех, кто сомневается. И действительно, тем и отличается уникальный живой сыроедный продукт, шоколад, в частности, от всякого непонятного химического и так далее. Да, да, конечно. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Добрый день. Если можно, пару слов о нашем шоколаде. Вы его не первый раз берете, да? Добрый день. Берем первый раз, но мы пробовали, нас угощали, и мне очень понравилось. На миндальном молоке очень похож на тот шоколад, который я ел раньше, но перестал есть. А сейчас он очень вкусно, мне очень нравится. Вы, наверное, натуральный. Да, конечно. Вы говорите, наверное, о молочном, да, шоколаде? Да, да, да. Ну, это самый, конечно, наш такой продаваемый, самый вкусный объективный шоколад. Ну, вот сейчас это, значит, первый раз, да, просто взяли? Все покупил, да. Ну, и отлично. Да. Что ж, я тогда благодарю вас за интервью. Ну, и приходите, приобретайте. Спасибо. Всего хорошего. Успех вам. Здравствуйте. Ну, если можно, пару слов, как вам наш шоколад? Вы же сейчас пришли тоже, по-моему, сколько там, 5 пачек, да, по-моему? Да, да. Молочного. Молочный 12 пачек. А сколько, 12? 12. Разного вы набираете, да? Только погромче, если можно, а то тут шумно. Ну, расскажите пару слов, как наш шоколад, тем более вы не первый раз берете. Мы не первый раз берем, да, и мы были других производителей. А ваш шоколад, конечно, ни с чем не сравним. Это просто на все 100% классный. Вообще, меня отличает от магазинного шоколада. У дочки страшная аллергия на шоколад, поэтому мы покупаем вам. И от нашего шоколада никаких проблем нет у вас, да? Вообще никаких проблем, никакой реакции, все отлично. Очень рекомендую. Также нравится ваше какао с районом. А, да. А это вообще тоже. Очень советую горячий шоколад взять. Это такая вкуснота. Правда, расход большой, там 4 чайных ложки сверху на стакан воды, но это просто вообще нечто. Возьмите обязательно, очень советую. Да. Ну, благодарю вас за отзыв.
Но вам же нравится наш шоколад? А какой больше? Молочный или другой какой-то? Молочный, да? Ну, естественно, это 95% ну, по статистике общего оборота нашего шоколада – это наш молочный. А мужу нравится черный. Да? Да. Ну, и кто не любит сладкое, то, конечно, и больше горький. Есть такие люди, конечно. Ну, что ж, очень рад, благодарю за отзыв. Всего хорошего. Юля, добрый вечер. Вот давненько добрый. Так мы хотели, но время не забегали снять, а вот сейчас с оказией... Все, под прожектор и под камеру. Значит, буквально, ну, там, пару слов о своем мнении о нашем шоколаде. Какой больше нравится, почему, нравится ли вообще? Спасибо огромное за вопрос. Я очень люблю шоколад. С одной стороны, по моему мнению, это, знаете, вот самый простой десерт, который может быть. А с другой стороны, очень сложно сделать так, чтобы этот десерт был сделан искусно и очень вкусно. Я знаю, что в вашей линейке есть несколько видов вкусов, да? Там кокосовый вариант, молочный, горький и так далее, и так далее. Я думаю, что тем, кому интересно, они более подробно могут посмотреть информацию. Но, на мой взгляд, самый божественный вкус – это молочный шоколад. Почему? Потому что, когда вот кладешь его в рот, прям ощущаешь, как он тает во рту. У него очень нежный вкус. И я думаю, что этот шоколад можно в том числе и детям. А как мы знаем, взрослые, они очень любят говорить, нет, это вредно, это там не очень хорошо, да? Шоколад вот молочный, именно данный шоколад можно и детям, и мало того, и взрослым, и веганам, и сыроедам, именно за счет того, что помимо того, что очень такая тонкая структура по вкусу и по созданию его, да, он натуральный, и там нет никаких компонентов, которые вредили бы здоровью. Поэтому, что я советую? Я советую выбирать тот шоколад, который вам нравится, тот вкус, который вам нравится, и самое главное, тот вкус и тот шоколад, который будет также полезен для вашего здоровья. Да, у нас их 8 видов. Вот, есть еще новые, мы сейчас сделали линейку. Бананы в шоколаде, тоже органические, чернослив, киви в шоколаде. И вот что хочу сказать, дети, даже вот у нас сегодня пришел человек, 2 года ребенку, девочка, сначала по одной, а потом горстями, и никаких проблем. А вот у вас высыпание, на коже, чего-то еще нету, ничего? Нет. Я думаю, что можно, допустим, употреблять какой-то продукт, и он может активировать, да, процесс. Если внутри, в организме что-то не так, то любой продукт, который, скажем так, некачественный по своей структуре, он может активировать, да, процесс внутренний. Но это никаким образом не относится к тем продуктам, которые натуральны к своему составу, и те продукты, которые можно не только наслаждаться вкусом, можно не только наслаждаться вкусом, но также понимать, что это, ну, я думаю, девушки меня поймут, для фигуры хорошо, да, и то, что это полезно, и это 2 в одном, и вкус, и здоровье. Конечно. Ну вот, благодарю, потому что для каждого человека важно какой-то аспект разных мнений. А вот вы коснулись очень интересной темы. Благодарю тоже. Вот будет полезно кому-то, конечно, я из наших зрителей. Я думаю, она очень важна, да. Да, безусловно. Отлично. Благодарю. Благодарю.